Южноуральские аграрии преодолели экватор уборочной кампании. Собрано больше половины урожая зерна. Это свыше 1 000 000 тонн. Снабдить всю область фермеры обещают и овощами. Одними из первых к уборке картофеля приступили в Красноармейском районе. Выращивают здесь сорт «Невский». Он считается лучшим из отечественных. Убрано у нас в этом году 270 гектар. Валовый сбор составляет 4 900 тысячи тонн. Урожайность составляет 200 центнеров с гектара, не хуже прошлого года. Пока земля сухая, в хозяйствах торопятся убрать урожай. Техника на полях работает весь световой день с 7 утра до 8 вечера. При этом аграрии отмечают, сроки уборочной сдвинулись на 2 недели. Из-за затяжной весны картофель рос чуть медленнее и позже обычного. Но в итоге клубни достигли нужных размеров. Порядка 20 дней нужно нашим аграриям для того, чтобы вот такими темпами убрать до конца все, что у нас выросло в этом году. Виды на урожай в целом неплохие. Отмечу, аграрии области уже собрали 5 500 тонн овощей.